Везде царит хаос. Мало кто выжил после этого смертоносного вируса. Практически весь мир разрушен. Кто бы мог подумать, что какой-то маленький вирус может привести к этому? Что каждая деревня, каждый маленький поселок, все разрушается, все гибнет. 192.68.5.6. Так, запуск. Ну, хоть кто-нибудь. Хоть кто-нибудь ответит. Блин. Так, подожди, Ирина, подожди. Я пытаюсь связаться с внешним миром. Нас никто не слышит. Наш самолет разбился. Я не понимаю. Так, давай. Ничего не происходит. Нас никто не видит. Это бесполезно, это все бесполезно. Я понимаю, но я стараюсь со всех сил связаться с внешним миром, у меня ничего не получается, что происходит? Мы тут уже, сколько мы здесь сидим? Я не знаю, часов 5, но такое ощущение, что уже 5 месяцев. 5 часов, уже всего 3 дня. Нет, а чтоб тебя, 2 сердечка и так осталось. Аккуратненько смотри, чтобы ты не, это, как твоя нога, скажи, все нормально. Живая. Нога нормально, голова болит. Голова, что голова? Аптечка вот, возьми аптечку, используй, я сейчас пытаюсь связаться. Так, ты кушать хочешь? Кушать хочешь? Да, да. На, тебе последнее отдам. Понимаешь, тебе последнее отдам, потому что ты девушка, нужно спасать тебя. Никто не хочет связаться с нами, это плохо, это очень сильно плохо. Бедный наш самолет, он реально в дребезге, никто больше не выжил. Просто никто, даже дядя Степа, он уже прям скелет. Откуда ты знаешь, что это дядя Степа? Там же только скелетов, ничего больше не видно. Ну да, может быть, может это не Степа. Дядя Петя, дядя Степа вот там. Может быть, все может быть. Бедный наш самолет. В мире и так вирус. И так везде царит этот противный вирус, который уничтожил столько людей. Столько вообще стран, городов и вообще всего. А здесь просто никого. Я не знаю, если мы сейчас не решимся как-то двигаться дальше, мы погибнем, Ирина, ты понимаешь? Мы погибнем. Ярик. Да. Слышишь? Что? Слышишь? Что? Тишину. Да, тишина, очень смертоносная тишина. Здесь никого, это мы одни. Да я знаю, что мы здесь одни, знаю. Что делать? Что делать? Короче... ты все пересмотрел, у нас здесь есть туалетная бумага, глобус есть, есть деньги, забираем, короче, немного с собой, забираем, о, даст даже слитки, забираем сюда и будем потихонечку с тобой двигаться. У нас оружие есть. А, у нас еще оружие есть, я и забыл. Короче, бери, накидывай на себя оружие, давай, есть здесь экипировочка, накидываем на себя экипировочку, давай, вот так вот, так. Кипчик. А где здесь ботинки? А вот ботинки есть. Вот есть. Слушай, так у меня, смотри, какая экипировка. Ты видела? Я прям терминатор какой-то. О. Так. Ничего себе. Кипчик. Мы с этим попробуем выжить. По крайней мере, у нас будет какой-нибудь шанс на спасение. Так. Так, и надо взять бензин. У нас есть машинка. У нас есть машинка? А, точно! Мопедка. У нас же есть этот мопед. Ну ты уверена, он просто возле огня здесь трется. Мне кажется, он сгорел. И уже все. У тебя пушка как-то странно. А, вот все, ты забрал ее. Так. О, так у нас есть еда! Ну, такая, конечно, еда. Сырая. Вот, что-то, давай понемножку возьмем. Ну давай, понемножку. Хоть что-нибудь. Чуть. Хотя бы хоть как-нибудь. Так, ну, возьми, сырая треска, возьми, забери рыбку. И пушку всё, возьми, потому что пушка погрузилась тебе в тело. Вот так. Все, пушка. Так, еще вот это. Хоть чуть-чуть восстановись. Ай, ё-моё, голод. Серьезно? Ну, ты сейчас что-то съел? Ты съел что? Курицу съел? Капец, я и так здесь еле выживаю, капец. Так, ладно, хорошо. Хорошо, так. Надо заправить сейчас. Так. Заправляем. Эй, алло, слезь! Ты умеешь водить? Потому что, ну, я точно конечно умею. Конечно. Садись. Ладно, хорошо. Сел. Короче, у нас, ты видишь, выбора точно нету. Если мы сейчас реально двигаться не будем, мы не выживем. Я не знаю, что нас ожидает в этом страшном мире. Ой, мы горим. Ну, что есть, то есть, как вы, извините. Но будем пытаться. Так, а чтоб тебя... Ты держишься, Ирина?
Да-да-да. Мы немного горим, но я сейчас потушусь. Жди, сейчас потушусь. Сейчас. О, есть. Так, ой. Так, джипчик, давай. Давай. Есть. О, нормально выбрались. О, ты видела? Посмотри, рычажок есть. Стоп. Не газуй. Где? Вот. А что это такое? Да, это просто рычажочек. Ладно, поехали, короче. Подожди. А тебя кушать есть? Подожди. Кушать есть! Что? Слушай, а давай нажмем? Да нет, не надо, идем. Давай не будем тратить время. Сейчас... Ну что? У нас еды мало, Ирина. Это по-быстренькому. Да ничего нам не поможет, это просто рычажочек. Да, вдруг там золото, вдруг там люди. Да нету никого! Проснись, посмотри вокруг! Никого нету, весь мир пустой! Ну для чего ты это сделал? Ну ничего не произойдет! Чтоб тебя, ты что наделала? Ты что наделала? А что это там? Ирина! У тебя есть какое-то освещение? Факелочек есть что-нибудь? Факелочек нету. Посмотри у себя. Блин, нужно было там посмотреть. У меня есть только такой. А. Редстоун. Смотри, что это? О, подожди, это что здесь такое? Какие-то кнопочки. Я не понял. Что-то здесь неладное. Подожди, а ну иди сюда. Иди сюда. Что? Подожди, где-то здесь по-любому где-то есть... Нет, смотри, оно как будто в горе этой. Тут нет ничего. Здесь нету ничего, смотри. Пустая гора. Это просто гора какая-то. Ничего себе. О, посмотри, здесь что-то есть. Ой, здесь закрыто. Это что здесь происходит? Это что-то неизведанное, потому что оно в горе. Это что-то серьезное, я тебе отвечаю. И ты это нашла. Ты прям как чувствовал. А ты не хотел, надо было мне слушать. Да, потому что это всего лишь какая-то мелочь. Кто-то здесь застроил, не пойму что. А если там внутри что-то плохое? А мы его выпустим? Может, не надо? Но надо рискнуть. Я не мы знаю, есть... Мы все равно остались 10 дней, нам нужно что-то делать. Я понимаю, но есть ли смысл? Если мы сейчас что-то сделаем не то, и так весь мир погибает. А сейчас, если еще чуть хуже произойдет, Ирина. Ты... Что ты делаешь, я испугался. Хорошо, как его открыть? Ну ладно, припустим. Здесь бедрок, обсидиан, это нереально. Мы его никогда не сможем раскопать. Это тут что-то... Тут какие-то кнопочки есть, ну смотри. Видишь, тут какие-то вот кнопочки? Такие кнопочки, а тут прям такая особенная кнопочка, видишь? Особенная? Прям вот какая-то... А клясни эту кнопочку. Что-то происходит. Слышишь? Да. Посмотри! Оно открылось! Оно открылось! Ого. Так, подожди, что-то там не то. Стопэ. Кто первый? Я не знаю, но... Иди. Да чтоб тебя, почему сразу я? Я боюсь. Ну ладно, давай потихонечку будем входить. Что там внутри? Так, какие-то механизмы. Очиститель тела. Проходить всем после походов в зараженный мир.